Зоозащитники ликуют. 8 лет спустя принят закон, запрещающий отстрел бездомных животных. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Напомним, законопроект был внесен еще в 2010 году, однако только сейчас вступил в силу. Новый документ запрещает убийство животных под каким бы то ни было предлогом, в том числе и их отстрел. Отлов бродячих также будет регламентирован. Его нужно будет снимать на камеру. Помимо этого, запрещается содержать контактные зоопарки в торговых центрах и ресторанах, а также держать диких животных в частных домовладениях.